Нихуя драфнул. Я неправильно начал учить анекдот. Ну давай. Короче, всем привет. Всем привет. С вами второй выпуск шоу F21 анекдот батл. Батл анекдотов. И сегодня моя очередь бросать монетку опять. Ты загадываешь? Ты обычно отла. Ты говоришь. И орел выиграл. Ты разговариваешь. Хорошо. Разговаривай. У меня короткая зарисовка, коротенький анекдотик. Сынуля лет там 17-19, туда-сюда, и мама такая, у него маленький сынок, мамочка такая, ну, ой, сыночек, ты покушал, ты покушал. Ты покушал, ты туда-сюда, он, да-да, ну все, давай, спадки пора, давай, я тебя это... Я только что сказал, ему 17-15 лет, неважно, Кать, ты можешь послушать это? Не да, слушай. Когда я говорю анекдот, не надо мне подсказывать. Хорошо, все. Короче, сынок лет 17-19, ему мамуля, ты покушал, ты туда-сюда, и все, вечер уже на дворе, ты все сделал. Он такой, да, да, мол, ну все. Он говорит, ну все, пошли, я тебе покупаю. Писечку там помою. Он говорит, ну, ма, нет, давай бабуля. Бабуля, она старая, у нее уже руки трусятся. Короче, я тебе отвечу, как на самом деле анекдот этот звучит. Короче, сидит, ну это так, как я его слышала. Ну, можно что сказать? Он такой, ну, это не мой анекдот будет, а как я слышала этот анекдот. Ага, давай. Короче, сидит Вовочка с мамой на кухне. И мама говорит, ну что, Вовочка, идем, я тебя помою. А Вовочка говорит, не, мамуся, давай лучше бабушка, у нее ручки трусятся. Во втором выпуске подъебал, окей. Давай, твой анекдот. Мой, короче, анекдот. Пришла блоха устраиваться на работу. Блоха? Блоха. Поставили блоху, короче, на пост на усы Петровича. Ну, короче... Прошел день, приходит на следующий день блоха к работодателю и говорит, я увольняюсь. Причина вашего увольнения. Петрович курит, у меня астма. Ну ладно, мы можем придумать вам типа другой пост. Ну хорошо, поставили, короче, блоху на пост в трусы к Машеньке. Проходит следующий день, опять блоха приходит к работодателю и говорит, все, я увольняюсь. Причина вашего увольнения. Засыпаю в трусах у Машеньки, просыпаюсь на усах Петровича. Петрович курит, у меня астма. Ужас, это нормально, это мощно. Это бородатый пожарь. Бля, что значит выражение бородатый анекдот? Очень старый. Я реально не помню, что это значит. Бородатый анекдот. Петрович курит, а у Маши в трусах. Он курит. Маша в трусах засыпает, просыпает. Он сапит Петровича. Петрович курит, у меня астма. Спасибо, что повторила. Они с первого раза не поняли. Это же повторила. Спасибо. Все, у нас короткие выпуски по заявкам неких Харрисонов и прочих. Так что все, до свидания. Меньше минуты, там две максимум. Все, пока. Завтра. Йо.